Вашему вниманию информация от отдела статистики Славутича. Напомним, население нашего города на 1 августа 2019 года составляло 24 859 человек. Распределение населения по возрастным категориям: до 9 лет 2355 человек, с 10 до 14 1162, от 15 до 19 1031. Общей сложности населения до 20 лет составляет 4548 человек, что составляет 18% от общего населения Славутича. От 20 до 29 – 3770 человек, от 30 до 39 – 4177 человек, от 40 до 49 – 3680 человек. Таким образом, население в возрасте от 20 до 49 лет составляет 11627 человек, что составляет 46,3% от общего населения Славутича. Славутичане в возрасте от 50 до 59 – 5006 человек, от 60 до 69 – 1630 человек. Таким образом, общее население славутичан от 50 до 70 лет составляет 6636 человек, что составляет 26,4% населения. И славутичане старше 70 лет – 1292 человека. Природный прирост населения за первое полугодие. 81 человек родился, 139 умерли. Таким образом, природное сокращение населения в Славутиче составило минус 58 человек. Интересно, что по Киевской области нет ни одного города, ни одного поселка или села, где бы был положительный прирост населения. По всей области за первое полугодие родилось 8216 человек, умерло 17262 человека. Миграция населения в первой половине 2019 года. В Славутич приехало 239 человек и выбыло из Славутича 258 человек.